Топ-5 фактов о Лего. Поехали! Год основания компании Лего – 1932. Но компания изначально производила доски для глажки и создавала деревянные игрушки. Первый патент на выпуск конструктора был получен только 28 января 1958 года. За 50 лет работы компания выпустила более 485 миллиардов деталей. На заводе Лего в Дании существует специальное хранилище, в котором собрано по одному экземпляру каждого выпущенного набора. Всего в мире выпущено около 4 миллиардов человечков Лего. А первый из них был произведен в 1976 году, почти через 20 лет после выпуска первого конструктора. Компания Лего – крупнейший производитель игрушечных шин. Ежегодно она выпускает более 300 миллионов миниатюрных колесиков.